Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Блок интерьерного покрытия, который всегда популярен. За 30 минут презентации обычно продается более 600 таких упаковок. Сегодня вновь в прямом эфире. И, кстати, очень актуальное предложение для дачной жизни. Помните, иногда мы приезжаем на дачу и думаем, да, нужен ремонт. А денег не хватает. Либо жалко для дачи денег. А вот сегодня мы сделаем ремонт на даче за 1 час с минимальными затратами. Самые выгодные цены здесь. На шоп-н-шоу Алексей Мичурин, эксперт телеканала шоп-н-шоу, расскажет, как это сделать. С удовольствием всегда показываем вдохновляющие ремонты наших телезрителей, которые с удовольствием делятся фотографиями. Вот так выглядело слева помещение, да. И вот так оно выглядит справа, вы видите, после ремонта нашим блоком интерьерного покрытия. В чем преимущество данных блоков, мы вам сейчас расскажем. Одно из преимуществ – это то, что стены не нужно готовить. Точно. Не нужно штукатурить, не нужно обдирать старую краску. Вы можете наклеивать прямо на старое покрытие, в том числе использовать и для потолков, и для неотапливаемых помещений, и для влажных помещений. Блоки универсальные, подходят для любого типа помещений, для балконов, для лоджии многие берут, для ванных комнат. Уже не говоря о внутренних помещениях, это и детские комнаты, вот ванная, вы видите сейчас, да? Но мне кажется, это очень вдохновляет к ремонту. Как это вдохновило и Оль тебя? Конечно, от вас не дождешься помощи. Ремонт все в наших руках, это легко. Слушай, вот смотри, в одной упаковке 5 квадратных метров. Это да. Сколько приблизительно? Это вот примерно стена, которую ты сейчас оклеиваешь. То есть это 10 блоков получается у вас в упаковочке. Это ну, ширина 2 на высоту 2,5 метра. Вот это 10 квадратных метров. То есть ту стену, которую мы видим прямо сейчас. Ты это все и оклеил. Даже еще чуть-чуть осталось у нас. Да, поэтому, друзья мои, вот такой интерьер у вас может получиться своими руками без использования мужского сурового труда. Отлично, мы все сами сможем. Ну что ж, это главное предложение только сегодняшнего дня. И давайте покажем в прямом эфире, как это легко сделать. 3, 2, 1. Мы начинаем ремонт. И начинаем мы вот с такого простейшего движения. Мы снимаем защитный слой бумаги с поверхности. И здесь мы видим клеевой слой. То есть здесь у нас с вами кирпичики, выкрашенные в цвет дерева, а с обратной стороны клеевой слой. Деревянная стена. Многие выехали сейчас на даче и свои деревянные постройки хотят как-то облагородить, покупают огромное количество краски, красят по 10-му слою. Здесь, смотрите, ничего красить не надо. Мы с вами наклеили прямо на поверхность. Давайте я сейчас покажу, что под ней скрывается. Да? Давай. Мы еще раз увидим с вами, посмотрим то, что здесь дерево... Как трудно уже ее... Да? Бывает вот так. Дерево с остатками штукатурки, не выровненное, не покрашенное. Здесь на дереве у нас щель вот такая вот, через которую, естественно, заползают насекомые, пауки, мухи, осы. Мы с вами берем, раз, закрываем, и у нас получается изолированная, красивая кирпичная стена. Здорово. На даче, когда приезжаем, всегда думаем, да, здесь поддувает что-то, да, подкладываем иногда что-то к стене, либо ковер сверху надеваем, чтобы так, было потеплее. Давай. А здесь получается блок интерьерного покрытия. Это как, знаете, утепление стен, выравнивание стен, ты посмотри, провода. Изолирование вот этих вот щелей. Смотри, Алеш, на даче на самом деле, ну невозможно же дерево проштробить и утопить провод. Да, вот здесь можно его пустить прямо под блоком, потому что его видно не будет. Mm-hmm. Соответственно, мы с вами и пользуемся этой возможностью. Дальше, пока ты наклеиваешь, покажу сразу еще одну характеристику. Mm-hmm. Он не боится влаги, он не боится загрязнений, потому что верхний слой грязи и влага отталкивающий. Что это нам дает? Это дает возможность использовать данный блок на кухне в качестве кухонного фартука. Обычно мы используем с вами кафель, и более ничего не подходит. А здесь мы наклеиваем блок, и все. И, пожалуйста, масло попадает, жир попадает, грязь какая-то попадает. Мы легко и просто стираем это все тряпочкой и ухаживаем за ним. То же самое и с фломастерами. Если ваши детки любят порисовать на блоках интерьерного покрытия, вы также легко избавитесь от этих загрязнений. То есть удобно клеится, практичный в использовании, стирается. Не нужно, не требует подготовки стен и не требует никакого дополнительного отлично. То есть для детской комнаты подойдет, для да. кухни, для ванны и даже для внешней отделки тоже подойдет. Мы сейчас с вами об этом поговорим. Для загородной жизни вообще идеально. Греческий мрамор, просто выберем для вас цвет. Греческий мрамор, серый оттенок, говорят,
серый цвет, это цвет года, он в тренде. Любите все модное, выбирайте. Дуб молочный, здесь уже речная такая тема. Посмотрите, как будто бы натуральное дерево, фактура натурального дерева с цветом тиффани. Очень эффектно, стильно, модно. Белый кирпич, который идеально будет сочетаться с другими оттенками на контрасте. А вот белая мозаика лично мне нравится больше всего. Беспроигрышный вариант, если вы сомневаетесь, какой цвет выбрать. Белый самый идеальный. Его меньше всего успеете заказать. Мозаика Сахара, альпийский дуб, сумерки, темный шоколад мозаичный, горячий мокко. Стильные интерьеры сегодня вы также можете забрать из прямого эфира с максимальной выгодой. Корица Волна, к сожалению, закончилась. Старый город есть в наличии, а был да сплыл, как говорится. Да-да-да-да. Закончился. Но, Алеш, так бывает, потому что блоки интерьерного покрытия улетают. Даже не идут, да, а улетают. Огромной популярности. А еще и золото инков закончился, кирпичный остается, и парижский туман закончился. Ничего себе, вы быстрые. Друзья, это только, можно сказать, начало-начало, и уже все заканчивается. В комплекте вы получаете сразу 10 листов, что равносильно 5 квадратным метрам. Цена 3499 рублей, скидка 36%, цена действует за 5 квадратных метров. И если это будет ваша первая покупка, сразу хочу сказать, бесплатная доставка, она уже ваша. Просто при заказе назовите промокод «Друг». Кстати, у меня есть моя подруга, Валечка, которая сделала ремонт своими руками. И знаешь, что она оклеила блоком интерьерного покрытия? Потолок. Давай посмотрим. Да, да. Она говорит: Оля, уже сколько лет, вот все никак мы не можем доделать потолок. А когда уже решили, все, поехали, уже не могут найти по цвет одинаковое, такое же дерево, потом краску нужно подбирать, говорит, это все сложно. Увидела у нас эти реечные блоки интерьерного покрытия, и посмотри, сама все сделала. Да, блоки сделаны под дерево, и, кстати, идеально поддерживают настоящую деревянную фактуру, то есть блоки действительно стилизованы под натуральный материал, но легко оклеиваются, не требуют дополнительной подготовки стен и потолков, и смотрится, конечно, шикарно. Да, для потолка подходит, для стен подходит. Ванную комнату подходит для всего, для всех ваших интерьеров. Пройдитесь по квартире, посмотрите, где бы вы хотели сделать ремонт. Ведь сейчас все очень дорого в магазинах. И плитка подорожала, стройматериалы подорожали. А блок интерьерного покрытия на нашем телеканале по самой доступной цене. С бесплатной доставкой для новых клиентов.